назад и пропустить его мимо себя. Если я буду стоять на месте и подать руку, рано или поздно он меня задавит. Есть рука. О. Нога, рука. Назад, пропустить его мимо себя. Но при этом я еще стараюсь забрать его локоть. Бам. О. Я продолжаю контролировать локоть. То есть я могу продолжить укладывать его. Помню, что без этого я буду не получать. Он умирает. О, хорошо. Мой партнер Дарья, он создает мне усилия, создает направление движения. Если я буду идти на него, мы будем друг с другом бороться. Я немножко сопротивляюсь и пропускаю его мимо себя. Помню, что если на нас едет машина, что нужно сделать? Пропустить мимо себя. Ну, если вы больше гибкой машины, например, вы КамАЗ, то, конечно, вы будете стоять и переживать. Пропустить мимо себя. И постараться, о, развернуть руку так, чтобы я делал, о, контроль на лоб. Сопротивляюсь, оп, пропускаю мимо себя. Сопротивляюсь, оп, добавляю контроль на лоб. Отпускаю лоб и начинаю, соответственно, если я отпущу человека, что он начнет делать? О, вставать, выпрямляться, правильно? Поэтому я тут занят. Привет. Назад. Назад. Вперед.